свою жену вырегулировать. Альберт Исмагилов уже 10 лет занимается обслуживанием оборудования, с помощью которого отопление и горячая вода поступают в наши квартиры. С детства Альберт любил что-то разбирать, собирать, ремонтировать. Работать в теплосети его позвал отец, который сам 25 лет посвятил теплоэнергетике. Раньше обращался за советом, когда первые 5 лет я не понимал, как бы это. Даже не 5 лет, может 4 года. Вот, не понимал, обращался к нему, узнавал все. А сейчас как бы... Уже нет. Сейчас автоматика. Люди как бы меньше нужны уже, как говорят. Но все равно без людей ничего не справится, даже автоматика. Альберт Рустамович рассказал, что и сейчас папа иногда заглядывает к нему на участок. Как когда-то сам Альберт навещал отца. Когда он в школе учился, он приходил ко мне в баню попариться, так, ну, смотреть, на, чем занимаюсь. В слесарку заходил. Пришел сюда. У него большие самые успехи. Он сейчас учится в институте, так может и до начальства дойдет. Потом я буду под его руководством работать. Люди тепла. Так говорят о трудовой династии Исмагиловых. Передача профессионального опыта из поколения в поколение – это залог стабильности и надежности, что высоко ценится в компании Т+. В период летней ремонтной кампании энергетики подготовили 500 километров трубопроводов и 25 центральных тепловых пунктов. Больше 1000 многоквартирных домов обеспечены теплом и горячей водой. Сейчас у компании Т+ большие планы. По заказу Березняковской администрации разработана новая схема теплоснабжения с перспективным развитием на 15 лет, которая учитывает объединение города с Усольем. Поэтому стабильные, надежные кадры, а тем более трудовые династии – это залог качественной работы и тепла в наших домах. Ольга Распономарева, Никита Игнатьев. Наши новости.